В Институте физики состоялся первый симпозиум между Казанским федеральным университетом и Канадзавским университетом. Тема симпозиума звучит как фундаментальная наука и новые технологии для устойчивого развития в 21 веке. Он проводится в рамках программы грантов, которая была выиграна Канадзавским университетом совместно с КФУ. Это грант правительства Японии подготовки лидеров 21 века. Уже более 30 лет ведется плодотворная работа между университетами. Для того, чтобы готовить квалифицированных специалистов, мы прежде всего должны понимать, как согласовать наши учебные программы, как согласовать наши научные исследования. И вот этот симпозиум является первым шагом в таком согласовании наших совместных исследований. Мы хотели бы расширить эти исследования до более прикладных областей, связанных с современной инженерией, компьютерными науками и так далее. Впечатления у гостей из Канадзавского университета только самые положительные. Я уже во второй раз приезжаю в КФУ, и всегда нас встречают здесь очень тепло. Мы очень надеемся, что после этой встречи наше сотрудничество только укрепится. Симпозиум будет проходить 2 дня, где профессора Канадзавского университета, а также Казанского федерального университета выступят с докладами и презентуют свои работы перед участниками симпозиума. Важным событием станет и открытие офиса Канадзавского университета в КФУ, о котором мы расскажем вам в следующем выпуске. Анна Глазунова, Владимир Нелюбин, Универньюз.